осенне-зимний период, к сожалению, увеличивается количество ДТП с участием пешеходов в темное время суток. Темная одежда у людей на проезжей части становится совсем невидима для водителей. Госавтоинспекция города Керчи призывает всех засветиться на дороге. А для этого что нужно сделать? А просто иметь световозвращающие элементы в своей одежде. Световозвращатель на одежде – это как светлячок для водителя, который поможет водителю вовремя вас увидеть на дороге. Призываем водителей быть предельно внимательными в темное время суток. Не гоняй, будь осторожен, сохрани свою и чужую жизнь.